Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. Тут у нас новости из Поднебесной. Xiaomi Mi 5S показали на фотографиях за сутки до анонса. Известный китайский инсайдер Gjuma на своей странице Weibo выложил фотографии смартфона Xiaomi Mi 5S, который будет представлен завтра утром. Вместе с текущими, с утекшими фотографиями выяснилось сразу несколько интересных деталей. Во-первых, одновременно будет представлен смартфон Mi 5S Plus, что подтверждается живыми фотографиями розничных упаковок. Во-вторых, новинки поступят в продажу 29 сентября. Кроме того, подтвердилось присутствие двойной камеры в Mi 5S. Круглая кнопка «Домой» на передней панели Mi 5S оснащена ультразвуковым сканером отпечатка пальцев Snapdragon Sense ID. По бокам от круглой кнопки расположились две навигационные клавиши, помеченные точками. В верхней части корпуса установлен разговорный динамик, фронтальная камера, датчик приближения. Также в сети появились скриншоты системы, демонстрирующие функции, аналогичную 3D Touch в iPhone. Кроме того, в сети появились фотографии другого смартфона от Xiaomi в необычном корпусе. Об этом устройстве ничего не известно. Со стороны кажется, что корпус устройство выполнен из металла, причем задняя панель отличается довольно сильным изгибом для удобного хвата рукой. Маловероятно, что это Mi 5S. Здесь установлена всего одна камера и более привычная фронтальная кнопка «Домой». Ожидаемая стоимость Xiaomi Mi 5S – $300, Mi 5S Plus – 450. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. We'll be right back.